давайте вопрос зададим мы еще одному нашему гостю. На связи с нами Марк Гольдман, ведущий аналитик группы компании Телетрейд. Марк, вам вопрос адресую от Евгения, который спрашивает, на каких уровнях вы видите золото на текущий год, ну и вообще, в принципе, какие перспективы создаются у драгоценного металла? По золоту, я считаю, тренд на понижение. Связано это с двумя ипостасями, с двумя функциями золота. С одной стороны, это защитный актив, который пользуется спросом, когда высокие риски. И наоборот, не пользуется спросом, когда риски низкие. И с другой стороны, это зависимость от американского доллара. И та, и другая составляющая сейчас направлена на снижение, на мой взгляд, спроса на золото. Доллар на подъеме. Индекс доллара осваивает годовые максимумы. Сегодняшний там 93,5 пункта по индексу доллара. Риски достаточно умеренные. И поэтому сейчас мы видим снижение к уровню, наверное, 1210. Вот туда, наверное, придет котировки золота за унцию. Вот. И, с другой стороны, рост куда-то к 1350, который еще несколько месяцев назад был актуален, сейчас менее вероятен. То есть общий тренд на понижение по золоту. Спасибо большое. Марк Гольдман, ведущий аналитик группы компании Телетрейд, был с нами на...